Привет, меня зовут Даша, я исследователь пользовательского опыта из ЦИАНа. Я не такой опытный спикер, поэтому буду немножко подглядывать в телефон, уж не обессудьте, очень волнуюсь, но очень старалась подготовить для вас что-то интересное. А сегодня расскажу вам про то, как такую прикладную информацию, которая поможет работать с информацией, собранной вами во время интервью. Расскажу про наиболее популярные способы упаковки информации и то, как они могут помочь модерировать беседу, и то, как они подсвечивают ту или иную информацию во время самого интервью. Информация эта, наверное, рассчитана на такого более подготовленного слушателя, тех, кто уже знаком с инструментами, про которые я буду рассказывать. Я не буду углубляться в суть методов. В конце моей презентации там есть ссылки, где можете почитать более подробно, если вдруг будет что-то непонятно. Ну а в целом я скорее дам такие тактические советы о том, как использовать эти инструменты с толком в ходе самого интервью, ну и в последующем его анализе. Итак, наша точка отсчета в том, что вы уже провели интервью, собрали кучу информации, что с этим делать дальше, как правильно эту информацию упаковать, чтобы это все у нас было такое очень экшенабл и могло дальше пойти в продукт. Кнопочка. Да, можно, конечно, делать выводы на ходу, сразу какие-то вещи уносить в бэклог, но, скажем так, пойти и сразу нафигачить все полученные инсайты впрод, это скорее вредный совет, потому что ваш мозг, мой мозг и ваш мозг, они похожи, и он не может обработать всю информацию, которую вы получаете во время интервью. Да, вы можете получить какие-то очень сочные, яркие инсайты, которые вас на что-то сподвигнут, но поверьте, что это будет только верхушка айсберга, и, к сожалению, чтобы так все детально и хорошо проанализировать, нужно будет потратить время, скажем так. Во время такого анализа даже я довольно часто читаю свои интервью как в первый раз, потому что из-за большого объема, например, ты ведешь 5 интервью в день в течение недели, и вся эта информация, она в голове замыливается, перемешивается, и ты забываешь, в принципе, большую часть информации. Ну и чтобы так не получилось, очень важно всю эту информацию хорошо систематизировать и использовать потом. Для разбора интервью я использую инструмент Real Time Board. Вот так он выглядит. Это онлайн-доска, на которой можно создавать и двигать стикеры. В общем, идея их бизнеса очень проста, оттого и гениальна. А на экране вы видите пример разбора 3 глубинных интервью. Они разные по составу и в целом то количество ценной информации, которую вы будете получать, оно как бы сильно зависит от респондента. Как говорила Алина, некоторые говорят долго и ценно, а некоторые могут оказаться и в целом не очень хорошими для вас респондентами. А в целом, как вообще получить вот все эти стикеры? Как получить все эти инсайты, чтобы они у нас были записаны и систематизированы? Тут есть два варианта. Первый вариант – это простой, делать заметки во время интервью. Здесь вам явно понадобится второй пилот, потому что хорошо вести сразу интервью и заметки может только многорукий Шива или какой-то еще мифический персонаж, но не человек. Из минусов вы, конечно, все равно потеряете какие-то интересные моменты, потому что просто не успеете записать все. Ну и как бы такое, что клацание по клавиатуре может отвлекать вашего респондента, а клацать вы будете, потому что нужно будет очень быстро печатать, и так оно обычно и получается. Второй вариант, он более трудозатратный, но он же и позволяет намного глубже прокопать всю информацию. Это чтение, разбор, расшифровок аудиозаписи с интервью. Из минусов это, конечно, скорость, потому что, во-первых, саму расшифровку делать долго. Если это делать самостоятельно, то это время интервью умноженное на 2. Ну, можно заказать это в сервисе, у меня тоже это будет в рекомендациях, но тогда это требует денег. Ну и, во-вторых, сам анализ интервью, например, анализ часового интервью вместе там с кластеризацией потом находок, чтобы все выглядело примерно как на предыдущем слайде, занимает примерно 1,5-2 часа.
По первому варианту, для ведения заметок, к сожалению, мне пришлось все заблюрить, простите. Мне нету открытых кейсов, которые я могу показывать. Для ведения заметок я рекомендую использовать такую, например, Google таблицу, где у нас слева в колонке идут темы по гайду, условно, те вопросы, которые мы спрашиваем, и справа у нас столбиками идут ответы наших респондентов. Здесь не надо ставить перед собой задачу делать прям такой speech to text. Нет, как бы ваша цель — это сделать такой summary ответа респондента, плюс можно какие-то ключевые, очень сочные цитаты записывать. Следующий слайд. Еще предыдущий. Почему таблица? Почему не бумажные там стикеры или заметки? Дело в том, что таблицу в Google Доке потерять практически невозможно, а стикеры теряются на раз. И также проблема с неразборчивым почерком. Каждый год просто миллионы инсайтов остаются неузнанными, потому что их никто не смог прочесть, потому что у всех очень плохой почерк. Поэтому таблица, как бы, да, она агрегирует всю информацию в одном месте, и с этим потом вам будет проще работать. Теперь следующий слайд. А если говорить про работу с расшифровками, я использую такую систему, не систему, конечно, ну ладно, двух окон. А слева у меня в окне это Google Docs с расшифровкой, которую я тщательно-тщательно вычитываю, а справа у меня открыт режим такой bulk mode, называется, то есть сразу много стикеров можно делать в RTB. И как бы Ctrl-C, Ctrl-V отсюда туда. Для кодирования очень удобно использовать цвета, там, например, какие-то цитаты, это желтые стикеры, инсайты там фиолетовые, ядерные находки очень ценные, красные. Ну и как бы так вы делаете, пока у вас интервью не кончится. А в целом, я как сказала, это занимает там примерно 1,5-2 часа, и на выходе с одного интервью получается примерно 70 таких вот стикеров. И после того, как мы отсеяли, скажем так, алмазы от руды, вот получили эти 70 стикеров с 25 печатных страниц текста, нам нужно эти алмазы как-то скластеризировать. Ну, хочу еще сказать, что это такой промежуточный этап, и она только помогает так вот упорядочить информацию, чтобы уже дальше с ней работать. Теперь следующий. Теперь про упаковку. То есть мы это сгруппировали, чтобы потом упаковать. Самые такие популярные фреймворки упаковки – это CGM, Customer Journey Map, Jobs to be Done, которая, в принципе, идет рука об руку с Value Proposition Canvas, а точнее ее правой частью, где есть тоже Jobs, а также и Pains Gains. Безусловно, выбор того или иного фреймворка, с которым вы планируете работать, он зависит от вообще цели вашего исследования и во многом формирует сам сценарий вашего интервью. Я не говорю о том, что любое прям интервью можно взять и упаковать в любой канвас. Нет. Я скорее про то, что когда вы держите в голове выбранный вами инструмент упаковки, вы сможете лучше модерировать беседу и более эффективно, скажем так, докапываться до нужной вам информации. Вас будет вообще с этого пути не сбить, будете видеть цель и идти к ней. Как бы это такая, как бы, цель ваша конечная. Следующий. Первая такая упаковка. Это был все. Вот теперь еще следующий. Вот. И еще следующий. Я просто не вижу, какой следующий, поэтому... Предположим, вы их прослушали. Увидели. Короче, первая упаковка – это Customer Journey Map или карта пути пользователя. В целом инструмент хайповый, думаю, в представлении особо мне не нуждается. Следующий. Держа в голове необходимость построить такую карту, вы будете более сфокусированы на выявлении всей последовательности шагов в ходе сценарного интервью и сможете в случае необходимости смодерировать такой некий зум-ин, когда вы хотите углубиться в один шаг и увидеть, а какие же там подшаги. Ну а в ходе проблемного интервью вы сможете последовательно и глубоко прокопать барьеры на каждом шаге пользовательского пути. Никто не говорит, что CGM – это обязательно красивая схема, как на предыдущем слайде. Нет, это рабочий инструмент, и единственная, в принципе, его цель – это показывать последовательность шагов. Поэтому на каких-то первых этапах CGM часто выглядит как-то так.
А после первых 3-4 интервью с одной группой пользователей у вас, ну, как минимум в голове, уже появится такой верхнеуровневый CGM крупными мазками. А дальше, ну, еще вы можете делать зум-ины с разными респондентами в разных его этапах. Почему с разными? Потому что как бы копнуть с каждым респондентом все одинаково глубоко не получится. Такое интервью займет несколько часов, и от вас любой респондент за любые деньги просто убежит с криками ужаса, что со мной делаете, отстаньте, не хочу. Ну и в целом, да. Когда вы собрали такой как бы объем информации, у вас есть высокоуровневый CGM, прокопанные некоторые шаги, все это можно собрать в следующий слайд. Большой, красивый, композитный CGM, который, скажем так, показывает всю картину. Упакованная таким образом информация, она позволит увидеть все варианты пользовательского пути и барьеры на каждом из этих этапов. Такое собирается достаточно легко, не знаю, может, выглядит не так легко, как оно есть на самом деле, но по факту, когда вы поговорили с несколькими респондентами, у них у всех плюс-минус одинаковый путь, вы копнули, например, глубоко в какие-то из элементов, и это все складывается вполне себе в разумительную картину. Дальше. Второй, не менее хайповый инструмент – это jobs to be done или работы, на которые пользователь нанимает наш продукт. В целом, да, это, конечно, скорее инструмент сегментации по потребностям, когда мы вместо того, чтобы анализировать действия пользователя, мы анализируем мотивы и цели его. Например, ресторан может быть нанят на разные работы. Например, просто утолить голод, с этим и Макдональдс справится. А познакомиться с изысками французской кухни, тут уже хочется что-то, у чего есть мишленская звездочка хотя бы одна. А потом еще пример работы. Романтически сразить там свою любимую девушку, это один ресторан. А впечатлить коллег по работе, это уже совершенно другой ресторан в голове рисуется. И в целом, когда мы фокусируемся именно на изучении этих работ, на которые нас нанимают, мы попадаем в другое пространство ценностей нашего пользователя. И важными становятся ответы на вопросы, вообще мы хорошо понимаем те работы, на которые нанимают наш продукт, и насколько хорошо наш продукт эти работы выполняет. И держа в голове эти вопросы, мы сможем более осознанно модерировать беседу с целью выявления истинных мотивов и целей наших пользователей. Наложив, скажем так, работы на шаги CGM, мы сможем увидеть, как эти работы эволюционируют и меняются. Также в работах выделяют основные работы, задачи и подзадачи. Их прорабатывать можно также по аналогии с CGM, с шагами и подшагами. The last but not least for today, value proposition canvas, а точнее его все-таки правая часть, это pains, gains, jobs. В целом можно использовать как продолжение jobs to be done, потому что, ну, здесь тоже есть jobs, работы, но также мы здесь еще детально прорабатываем боли и барьеры к выполнению задачи, ну и выгоды, которые пользователь получает от успешного ее выполнения. Такой подход, он, безусловно, нас еще лучше фокусирует на нужных вопросах во время интервью, ведь мы уже копаем не только, чтобы выяснить, на какие работы нас нанимают, но и какие там есть критерии успеха и неуспеха, где у пользователя болит, где барьеры к выполнению, как он оценивает успех и так далее. Я тут читала одно исследование, не помню уже его автора, но там суть была в том, что Россия, а точнее практики дизайн-мышления в России занимают лидирующее место в мире по применению авторских инструментов. Поэтому мое напутствие вам: создавайте свои фреймворки, почему нет? Ну или как минимум делайте такие вот, миксуйте другие. Вот пример моего такого Франкенштейна. Здесь база от CGM, в строчках зашитые jobs to be done и pains, gains. И также у меня здесь присутствуют паттерны поведения и тачпоинты. Ну, как бы в целом это очень хорошая история, когда вы под задачу своего исследования формируете такой вот некий свой канвас,
и держа его в голове, это уже совершенно на другом уровне фокусирует вашу беседу. А к чему я это все? Я думаю, а, нет, все-таки тот еще. Как бы, к чему я это все? Ваше общение с пользователями будет намного более структурнее и плодотворнее, когда вы уже на автомате будете держать в голове вот такие вот инструменты упаковки, на примере тех, что я перечислила. Вы будете не просто вести интервью, а можно вот такую сделать метафору, как, не знаю, я надеюсь, все играли в героев меча и магии и знают про туман войны. Вы будете вот этот туман войны во время интервью раздувать. Потому что у вас будет в голове четкий план действий, и вы будете доподлинно знать, куда вам нужно копнуть и как это сделать. И будете вести беседу более осознанно. А к следующему слайду, тут у меня QR-код. Сейчас их очень легко использовать, потому что они встроены, наконец-то, в телефоны. А там из дополнительной информации ссылки на интересные статьи вот по темам, плюс там еще парочка про ведение интервью. И зашита ссылка на закрытое сообщество исследователей, в которое, когда будете вступать, очень рекомендую вам все-таки ответить на вопросы, которые там задаются, потому что заявки без ответа не рассматриваются. Ну и давайте подружимся, как минимум, на Фейсбуке. Да. Можете добавляться. Отлично. Можно вопрос, если у кого-то есть, у нас есть время. Вопрос. Да. На моменте скрининга вы отсеиваете, понимаете, что человек лжет по каким-то вопросам, на которые один ответ верит. Всего один ответ верит, правильно? И скринингом у нас занимаются, если мы делаем рекрутинг, это делают обзвонщицы, мы даем им задание, там, например, обзвонить там базу в 1000 контактов и выцепить нам оттуда там человек 40, которые примерно согласны. Они задают им те вопросы, которые мы просим их задать. Мы потом, как исследователи, уже анализируем ответы и выбираем из этого списка понравившихся нам респондентов. Спасибо. Дарья, спасибо. Можно какую-нибудь историю про то, больше конкретики, что дало там в итоге, да? Как долго продолжалась там первая часть, исследования? Там какие-то продуктовые метрики, может, выросли там, или там продажи какие-нибудь улетели в космос? Ой, такой вопрос, на него можно отвечать, мне кажется, час. Продуктовые метрики завязывать на исследованиях, возможно, не совсем правильно, потому что здесь у нас очень долго результат от нашей работы интегрируется в продукт. И там очень много звеньев, на которые у исследователя нету никаких точек влияния, что плохо. И поэтому даже хорошо проведенное исследование, где накопано просто куча всякого классного, оно может просто споткнуться об машину, которая идет дальше. Поэтому... Вы сама, да, правильно? Да. Я там полгода только работаю. Я просто вспоминаю презентажку, да. То есть там бэклог большой, да? Уфу! Да вы зайдите на нашу карту. Не, ну все, да. У нас там бэклог. Да. А по поводу транскрибации, вы не пробовали пользоваться какими-либо приложениями, сервисами, которые в автоматическом режиме? Они не делают разбивку по репликам. А, то есть у вас именно в этом? Да. Ну, и еще как... Все равно же у вас же будет ускорение работы несколько раз. Слушай, мы не сами делаем эти расшифровки, мы их заказываем, поэтому... У вас нет проблем с этим? Да. Нет, когда я делала транскрибы сама, это было ужасно. Да, это долго, это мучительно, но это нужно. Мы пробовали делать с помощью всяких штук, но это потом нужно все подчищать вручную, и примерно то на то и получается. Есть очень классные инструменты для англоязычных интервьюеров, интервьюируем их, которые там можно и на реплики бить, и делать букмарки прямо во время записи, но на русском рынке нет инструментов. Сколько быстро и за какое время можно освоить TGM или легкий медан, если уровень, например, начинающий вопрос? Нужно начинать на практике, зависит от... В принципе, от индивидуальных качеств человека можно освоить большой массив информации за один проведенный проект, когда ты через практику все протаскиваешь. Понятно, чтобы разбираться во всех нюансах, где что может быть использовано,
Зависит скорее не от времени, а от количества проектов, которые за это время в тех проектах, где ты сможешь это использовать. Ну окей, то есть за неделю, за две, вообще не все, что невозможно, там, как-то понять, как это работает. Не, понять, как работает, можно, в принципе, и за один воркшоп, там, длиной в день, да. Но именно хорошо это использовать и потом интегрировать свою работу, например, в корпорате. 10 часов. Например, да. Один вопрос. Один? Ну ладно, можно, да? Ну давай. Про ЦА немножко, если можно. То есть вот... Тут запись же, ну чего ты? Сколько людей у вас именно ресерчем занимается, сравнить там с количеством разработки продуктов. Типа один человек ресерчит, 5 продуктов, 50 там разработчиков. Ну как-то так, да, есть. Ты не угадал? Ну у нас сколько разработчиков, я, честно, не знаю, но явно больше 100 человек, вот. А продуктов, не соврать, человек там, может, 20, а исследователи 4. Ага. Поэтому. Они все одинаковые, все 4? Да. Все? Один еще вопрос. Там к девушкам играет была, которая еще не задавала. Такой вопрос, а вы UX-ами проверяете свои гипотезы или вы ими формируете? И так, и так. Сколько гипотез вы тестируете на UX? И по-разному. Ну, в смысле, сколько можно гипотез на одном интервью проверить? Но это зависит от гипотез, если они прям очень разные. Ну, скажем так, если респондент под все эти гипотезы подходит, и это не очень сильно будет растянуто во времени, ну, как бы тут нет ответа на этот вопрос. Тут скорее нужно прислушаться к здравому смыслу. Как бы ты можешь это сделать или нет? Ну, то есть вы готовите, да, гипотезы? Да, безусловно. И под их под требования выделяете... Да, да, да. Ну, как бы это такой обоконечный процесс. То есть ты и проверяешь гипотезы, и новые накапываешь постоянно. Потому что так светит свет, извините. В общем... Нет. Спасибо, Даша. Давайте похлопаем.